Блин, какие все-таки здесь дружелюбные люди. Даже американцы помогают, хоть и не знают русского языка. Пошли вы нахуй, черти ебаные. Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня я научу вас выживать одному в лесу. А может, не в лесу. А может, и в лесу. Подписываемся на канал и... Полетели. Всем приятного просмотра. В этой игре очень даже не очень. Но это не суть. Так, ну-ка, палочка, иди сюда. Так. Welcome to the land. Что-то непонятно. Так, ну, палочки нам больше, в принципе, они нам не нужны. Соберем немножечко камней. Так, один. У нас палочек 5. 2. И... Ну. 3. Пока что 3 штуки нам хватит. Сейчас попробуем скрафтить. Так. Попробуем спрыгнуть в воду. Получится, не получится. Блин, там правда глубоко. Нет, воду столько, как его мать, не получается. Ладно, ничего страшного. Здесь много палочек. Как раз для крафта. Но нам это не нужно. Нам это не нужно. Нам нужно что? Допустим, нам нужны камни. У нас их 3. Теперь 4. Так. 5. Теперь, что нам нужно? Что нам нужно? Нам нужно... А, вот. Во! Есть меч. Так, есть... Факел. Факел пока нам не нужен. Нам пригодится пока что меч. Меч нам пригодится. Так, здесь где-то должно быть сохранение. Вот оно как раз сохранение. Прикладываем вот эту руку. Угу. Мы сейчас вот здесь вот. Вот здесь вот. То есть мы проделали вот этот вот путь. Надо, конечно же, исследовать другие карты, все вот это вот. Но мы с вами будем делать что? Сейчас пройдем этот мост. Там должно быть рандомно спавниться оружие. Не только оружие, и лопаты, кирки, тому подобное. Так. Ага. Здесь палки для крафта. Во, меч. А где он? Ага, вот он. Вот этот вот меч, так меч. Вот это вот я называю меч. Вот. Вот это меч, так меч. В принципе, если взять лопату, если взять лопату, можно будет покопать. А также с этого будут ресурсы. Только пока какие, я так и не знаю. Но копать почти приходится как в реальной жизни. Так. Почему-то ничего здесь не копается. Наверное, придется долго, но ладно. Суть такова, то, что здесь придется копать. Очень много копать. Насчет мобов. Здесь есть игроки, а также мобы. Сейчас мобов я вам покажу. Где у нас сохранение?
Сохранение, вот оно. Это даже не в том, что сохранение, это открытие карты идет. То есть вот мы были здесь, вот эта вот часть карты, она открылась. Здесь вот мы можем дальше вот эту вот часть открыть, какую-то вот, вот эту вот. Ну и так дальше пошло. Но мы сейчас идем в другом направлении. Так. Ресурсов здесь точно нету. Можно, конечно, провалиться, наверное. Может быть. Так. Пойдем сейчас прямо. Посмотрим, что там. Насчет мобов. Мобы. Вот это да. Вот это вот. Вот это реально много. Много. Этих. Как их, сука, я забыл. Много ресурсов для продвижения, так сказать. А где пеньки? Пеньков пока не видно. Так, ну. Ага, вот, вот. Вот их очень-очень трудно убить, но лучше пока что убежать от них куда подальше, потому что ваш персонаж вообще не прокачанный, это раз. И, ну, это очень сложно сделать. Притом, при таком ржавом оружии нужно создавать, нужно крафтить, нужны ресурсы, очень большие ресурсы. Эти пеньки, походу, как будто неубиваемые. Так. Ладно. Перейдем к другому. О, сундук! Сундук, как же туда забраться? Легко и просто. Откройся. Здесь есть наконечник. Так, это можно положить сюда. Это можно положить сюда. Инвентарь, конечно, у вас ограниченный будет. Котелок. Что ты? Что это такое? Так. Вот эту систему заберем. Котелок, что это? Куда это? Зачем это вообще? Он даже не берется. Так, ладно. Проследуем дальше. Это игра кооператив. Здесь можно также поиграть с другом, покрафтить, посмеяться. То есть много можно сделать шуток. Но по мобам, когда здесь наступает ночь, происходит следующее. Становится намного больше мобов. Появляются призраки и тому подобное. Так, левер, или что это такое? Угу. Насчет рыбалки я здесь даже не знаю. Так, это пока оставим. Как здесь забираться? Hello. Hola, soy Dora. Ты где? Blue hair, over here. О, привет, люди, здорово. Hello, my friends. Стой. Hello. Выбросил нахрен. Hello. What is your name? Chicken Nug. Dusky. Chicken Nug? Yes. We'll come down. Help him, please. Hello. What is your name? Jasky. Jasky? Si. My name is Maxim. Help me, please, craft. What are you trying to craft? Craft.
Oh, you can't do that. You can't craft fireworks in a stick. Oh, you're trying to make an arrowhead? I'm from Russia. Help me, please, craft. He'll help you. Yeah, give me stick. Give me the stick. No? And then, oh, here. Yeah, and then you do this. Right, I can't do that with this. I got a sword. No, you can't use a sword on this. It's gonna be tiresome here. Real quick. Okay, there we go. Resource, I don't know. And then you put an arrowhead on this, and then you put some cut up feathers on it. Oh my god. Look, you go like this. Take this. Grab one of these. Oh god, where'd the other one go? Arrows are so glitchy. Yes, of course. Then you kill chickens, and then you cut up their feathers, and then you put it at the end of them. You want to make a firework? Here, grab one of those. No. A firework? Так. Нет, ребят, нету. Так, let's go. Is this a missing part of the katana blade? Wasn't this one other piece? Так. Thank you. Mm-hmm. All right. Let us go. Thank you. Okay. Bye. Yep. Have a good time. Так, ребята, встретились мы с людьми. Сейчас что-то будет происходить, я не знаю, они пытаются меня обучить. Вот, как бы с ними вместе.